Всем привет, ребят, с вами Дак, и сегодня на нашем канале будет 12-я серия нашего сериала «Все про Майнкрафт». Ну что ж, приступим. Ну а первый баг на сегодняшнюю серию у нас заключается в том, что мы можем прыгать два блока вышиной с помощью двери. Любая эта дверь будет железная или деревянная, без разницы. Мы просто ставим дверь, вступаем вот сюда, вот, где она закрывается, и просто-напросто закрываем ее и прыгаем. Все, ребят, мы прошли два блока вышиной. Ну и также это работает с железной дверью. Сейчас я вам это и покажу. Собственно, вот. Вступаем быстрее сюда. Так, все. Вот, ребят, как мы видим, все на хорошо, отлично работает. Ну что ж, а мы приступаем к второму багу. Ну, второй баг на сегодняшнюю серию заключается в том, что мы можем видеть через вот этот блок как бы все пещеры и вообще все остальное. Для этого вам понадобится, ну, можно сказать, что это X-Ray, да, ребят, это можно сказать X-Ray. Вам понадобится прокопать глубокую, ну, вот такую вот ямку большую, вышиной два блока. И такой вот дальности. Ну, какой хотите дальности, вот, ребят. Дальше нам надо, вот, например, все, сейчас подойдем к концу. Берем в настройках, ставим поле зрения Quake Pro для лучшего видения. Вот так вот делаем, подходим и смотрите. Нажимаем быстрый спринт, два раза W и бежим. Вот, как видите, у нас все вот это вот просвечивается. И мы все видим, вот эти вот все пещеры, которые у нас есть. Я думаю, это довольно прикольно получилось, такой вот баг у нас. Вот, ребят, ну, так как серия не выходила все про Майнкрафт очень долго, для вас я сделаю третий баг. Погнали! Ну, а третий баг на сегодняшнюю серию заключается в том, что мы можем, как бы так сказать, сесть в сундук, что ли. Нам надо просто поставить вагонетку, просто сесть в нее. И как бы, ребят, мы видим вот текстурку сундучка. Тут у нас пролагивает соседний блок. Вот. Ну, а самое главное, что мы можем так прятаться от всех, кто тут у нас на сервере играет, например. Мы бежим, за нами гонится какой-нибудь грифер, мы просто садимся так, и все, он нас просто-напросто не убьет никак. Не стукнет, да, ребят. Так что такой-то интересный баг. Да, ребят, еще хочу сказать даже, да, что тут вот один интересный сервер есть, в котором вот как раз я сейчас и снимаю. Тут находится два человека, как раз два моих аккаунта. Вот. Ребят, обязательно зайдите, я там частенько буду играть. Вот. Сервис 100 слотов, пока что никого не играю, потому что, ну, не знаю почему. Но, на самом деле, сервер реально прикольный. Да, заходите, ребят, IP будет в описании. Ну что ж, с вами был Дак, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии, ставим лайки. Ждем новых серий. Давайте наберем 20 лайков, и серия выйдет моментально. Что ж, ребят, всем скоро, всем удачи и всем пока-пока-пока.